решила сходить туда чуть-чуть еще подальше. Не в этот массажный салон, где я вчера была, а следующий. Вот Марина говорит, она сегодня там делала. И днем, когда вот жара, там меньше людей. Вечером больше людей. И потом для разнообразия пообедаю. И вообще посмотрю, может там хотя бы отдельные есть кабинки. А то мы вчера вошли, я, мужчина, с сыном-подростком. И так нас вместе всех положили. А, мы стоим, она говорит, ну, раздевайтесь. Она говорит, да все нормально, все окей, мадам. Хорошо, что-то я разделся и легла. Ну, надо же, опять. А я выскочила без шляпы, еще и в майке. Осмелела, совсем чу. Ой. Через раз. Может, мозги плавятся, а? Так, вижу мандарины. Вижу мандарины. Они у них очень вкусные. Так, какие хорошенькие, да? На ветке. Ой, какой аромат, какой аромат. А стоят они килограмм 30 тысяч, чуть больше доллара. Обратно пойду куплю. Вот так я и гуляю. Тишина. Так, да, он один здесь, вот этот массаж. Сейчас посмотрим цены. Она за 200 тысяч, сказала, сделала полностью тело. Так. Сам объект. Массаж тела. А, она, наверное, просто делала вот этот за 200, расслабляющий массаж. Уж точно не горящими камнями. Тайский, вьетнамский. Вот такие цены. А вот есть обертывание с натуральными фруктами. Это 90 минут, полтора часа, два часа. Так, какой бы выбрать? Ну, креслица у них есть одна. Парикмахерская. Это, наверное, для массажа. А, нет, это, наверное, вот педикюр или массаж ног. Как уютненько. Так, а что у них? Ладно, я не буду на работу отрекаться. Hello! Значит, объясняю. Тайский массаж. Это вот так, когда тебя крутят. Вот, нормально. Just a moment. Здравствуйте. Вот. А вьетнамский, она говорит, прям ой, будет, ну так вот, прям чувствительно очень. Как мне пока все нравится, я заказала 1 час. Просто общий массаж будет. Я говорю, за 200 тысяч. Говорю, сейчас у вас девочка делает. Говорит, ну хорошо, пускай будет 200. Ну так же, все вместе. Но сейчас никого нет. Все чистенько. Привет. Ну, все как обычно. Сначала меня вот сюда усадили, принесли с травами вот такое, и нужно опустить ножки. Выберу красивое место, чтобы встать. В общем, вышла сейчас с массажа. Это лучшее. Ребят, она меня в баранирок скрутила. Не то, чтобы вот прям кости трещали. Мне даже не надо было говорить про это плечо. Только что под кожу не залезла. Полностью начала. С точек лица. Вот все так выверено. Я просто вспоминаю, что это, именно такой массаж мне и сделали. Вот это вот. Все равно у меня больше рабочая рука, да? Я правильно делала. Вот. Она меня как лего собрала. Все вот здесь вот трещало. Вот это вот. Тут руками же работаю. Я так довольна. В общем, 200 тысяч донг, где-то 9 долларов. Я еще и 50 тысяч. Ну, здесь нормально это. 50 тысяч, это чуть больше 2 долларов оставила. Если что, ее зовут Ин. Ин. Ну и пообедать. Теперь в моем любимом кафе. Привет. Еще раз.
Меню, пожалуйста. Угу. Она меня спрашивает. А, нет, все равно нас немного подгорает. Завтра придете? Я говорю, я посмотрю, как я завтра с кровати стану. Там есть одна это, вьетнамка. Она очень хорошо, кстати, вот по-русски говорит. Хорошо, хорошо. Я говорю, я посмотрю, стану я завтра, как я буду ходить. Я говорю, потому что мне послезавтра, ну, считай, завтра только... Ну, да, послезавтра, 12-го. Я говорю, еще нужно до Меконга, до реки Меконг доехать. Я кое-что заказала специально, чтобы сейчас сравнить вкус. Так, показываю. Я заказала арбузный сок из арбуза. Внимание! Я заказала том-ям тайский. Фотография была такой, светлый был. Не знаю, может, в томате, с томатами. Смотрим. Креветок очень много. И они большие. Ну да, креветки в основном. Сейчас попробуем. И заказала спринг роллы. Уж больно они хороши здесь. И правда, такого я еще не пробовала. Суп очень хороший. Такой бульон насыщенный. Вот, вот ярко выраженный вкус. И креветки прям нежнейшие там. Ну, здесь очень хорошо готовят. Понятное дело, что том-ям может быть и не такой, как в Таиланде. Но он не уступает. Естественно, это вьетнам. Вот по-своему, но вкусно. Ну вот мой чек. Арбузный сок. А что это? Вот это вот, наверное, суп 60, да, стоит. А это спринг-роллы. Все вместе 140 тысяч. 20 тысяч я еще дала сверху. Ой, что покажу? Это все кокосы. А что бы это могло быть? Для чего они их так? Нескончаемо. О, как интересно. У нас вечер. Солнце садится. Приняла душ. Вроде не обгорела. Там еще ближе к вечеру посмотрим. Ой. Надо же как освещение включили. Вовремя. Надо немного прогуляться, обед растрясти. Хотя, что это там, ничего калорийного уже не было. Но надо погулять обязательно. Теперь главное по дороге что-нибудь не съесть. Или смузи очередной не выпить, но тростниковый. Ликер, хотел сказать, совсем. Сок. Я попила. Не-не-не, мне сейчас ничего не влезет. Я, знаете, что не вижу? Мороженое, как вы так делает такими рулетами. Вот это мне очень нравится. Ух, какая удобная штука. Я смотрю, как они метут. А есть еще такая вот на палке метла. Я так хочу привезти. Конечно, это смешно, но и моей маме так нравится. Так удобно. Так, дуриан, да? Ну, сладость. Внутри так... Дополнительно вот такого, если честно, я не видела. Цена. Цены нет. Вот такой еще. Такой. Неопознанный объект.
это Миня. Ой, я чувствую, это такое вот мягенькое-мягенькое. Тоже сладость их местная. А вот это уже поплотнее. Интересно, интересно. Так, это мы знаем, сушеным мангом, это знаем. Вот на это я больше не решусь. Это с кешью. Вот это конфеты клубничка. Ну, красоты. Мягкая манго пластана. Это конфеты. Ой, да, это конфеты, а это вот эти. Вот такие немного влажные манго. Сушеный банан. Снеки. Ну, вообще, такие вещи я все потом куплю в супермаркете. Тоже сладость. Что-то к вечеру движение у нас тут, по-моему, не... Дайте пройти-то, господи. Ох, жалко, что не утка. Как быстро крутится. Но у них они домашние. Тощенькие такие, хорошенькие. Ох, есть практически нечего, но вкуснятина. Гриль, чеснок, специи. Ой, забыла посмотреть. Все сегодня вот такие желтые цветы покупают. В ресторане на стол семья поставила цветы и села обедать. Надо посмотреть, может, действительно праздник этот, поминовение усопших, всех усопших королей. Я почему-то подумала, что это 18 апреля. Приду, посмотрю. Мне даже нравится смотреть на все вот эти вот красивые вкусняшки, сладости. Это вот похоже на савоярди, но вряд ли оно. Ага, что тут у нас? Тоже конфетки. Вяленые бананы. Это я пробовала. Взяла вот такие вот жидкие, ну, мы же так говорим, нюхалки. Нет, это 30, это 30. Что тут у тебя? Сбрось. Ага. Где цифра-то? No. Вот 30 же. 30 бет. А, говорил другое. 30 бет. Все, хорошо. Вот, значит, эти две нюхалки. Я не знаю, чем пахнет. Очень знакомые. Я потом переведу. И вот такую жиденькую. Клубничная. Это Madeleine in Vietnam. И это манго? Это манго? А что это? Ваниль. Стоит 12 тысяч. Так, палочку дала. Посмотрите, какое оно лилипусненькое. 45 грамм взяла с клубничкой. Ну и слава богу, что оно маленькое. 12 тысяч это на наши деньги 45 рублей. А что, мороженое я еще не ела. Клубника. Я не верю своим глазам. Я нашла хозяйственный. Это не то, это не то. Это очень много. Мамочка. Говорит, что это 3, вот один он. 30, ну острый такой. Ну ладно, такой тоже пойдет. Значит, нож такой 30. А такая огромная метла 40. Полтора, сколько? Полтора, там чуть больше доллара. Этот рынок, базар, где я фрукты покупала, он открывается в 5 утра. И приеду я в аэропорт с этой метлой. А мне скажут, зачем тебе Аэрофлот? У тебя есть средства передвижения. Вот,
чего я нашла. А это все было рядом с кондиционером. И аптека, и магазин. Удачно. Работает этот магазинчик с 6:30 утра до 9:30 вечера. Так, овощи, фрукты, кондиционер хороший. Если есть нарезанное, уже разделанное папайя, я бы взяла. Так, пока в этом магазине сниму. Вот такое пиво в банке. Оказывается, вот оно. 333 пива в банке. В банке Сайгон. Я с корзинки пока немножко неудобно. Вот такое пиво. Так, ну тут я не очень, конечно, вот в таких, но я сниму все подряд. 13, красный Сайгон 13. Паста местного производства, она всегда хороша. 21, как отбеливающая, 41. Углем 32. Вот что я еще вспомнила, 27 000. Вот такие вот местные снеки, они очень вкусные. Это вот с крабом, ой, с кальмаром. Вот это я помню, понравилось мне, и брату понравилось тоже. Конфетки. Обалденная авокадо, мягкая. Ну, считай, 49 тысяч за килограмм. А на рынке вот эта вот удлиненная я брала 70 тысяч килограмм. Я в магазине купила большой букет цветов. Вы знаете, и видно в честь, уже не знаю, сейчас буду спрашивать. Поминают, ну, праздник, если что, то государственный праздник. И на кассе выбивается в честь этого дня 13 тысяч. Это на наши деньги 45 рублей. Я подошла, у меня здесь недалеко. Я скажу, что храм, потому что я не знаю, как правильно назвать. Заходить туда совсем прям не буду. Если кто-то будет рядышком, отдам цветы. Как мелодично, ветер дунет из колокольчики. Ой, там служба идет. Никого не вижу, чтобы передать. Я так никого не встретила в храме. Я с другой стороны, где я показывала столы,
обошла сбоку. Они сидят и вот совсем какие-то вот очень молодые люди и очень старые женщины. Я наклонилась, чтобы никому не мешать, и положила на и начала класть на пол вот этот букет. И вот эта вот старая, седая женщина, я ей показываю, положите. Она так удивилась, она так улыбнулась. Ай, говорит, пожалуйста, сами положите или давайте к нам. Ну чего, они там в специальных одеждах, и я с голыми ногами в мини-шортах. Так что дело сделано. Прихожу, я изначально хотела на ресепшн положить. Но там уже цветы стоят. Так. А в магазине я купила одно авокадо. И очень такую мини-мини бананчики, большую связку. И за это я отдала на наши деньги 140 рублей. Не удержалась, банан один съела. Такой сладкий мини. Кто там? Так. На этом все. Сегодня прекрасный день, прекраснейший вечер. До нового видео, друзья мои. Пока.